Всем привет, друзья! Так, меня нормально видно? Слышно хорошо? Напишите, пожалуйста. С вами Роман Чуприна, руководитель проекта «Бородатый бизнес». Сегодня хочу поделиться бизнес-идеей о том, как можно заработать в Перископе порядка, ну, около, да, сумма не точная, рассчитана она на бизнес-идею, еще не опробована. Но я думаю, что она рабочая, потому что инструмент очень крутой, и о нем сегодня также буду рассказывать. Напишите в чате, пожалуйста, друзья, кто вы, откуда, из какого города, чем занимаетесь. Всем привет, друзья. Напишите, пожалуйста, меня нормально видно, слышно? Из какого вы города, чем вы занимаетесь? Кому-нибудь вообще интересно узнать о том, как заработать 90 тысяч в Перископе? Владислав, приветствую тебя. В общем, давайте тогда не буду затягивать, буду рассказывать по сути. Есть софт, софт, с помощью которого вы можете продвигать аккаунты других пользователей в Перископе. Есть бизнесмены, которым интересно продвижение в Перископе. Собственно, имея данный софт, если вы познакомитесь и найдете такого бизнесмена, вы можете предложить ему продвигать его аккаунт в Перископ с помощью данного софта. Отлично, друзья, что видно и слышно. Я, собственно, сейчас начинаю рассказывать о том, как можно заработать с помощью Перископа. Так вот, смотрите. Существуют бизнесмены, которые заинтересованы в получении аудитории, часть которой присутствует в Перископе. Теперь мы, собственно, видать, все-таки мы подвисали, потому что сейчас только комментарии я вижу, начинают доходить. Отлично, из Москвы занимаюсь бизнесом по продажам и услуги. Продажа услуг, я так понял. Да, связь лагает. Ну, друзья, буду рассказывать. Если сильно будет плохо, потом как-то выйду, еще расскажу. Я дома нахожусь с Wi-Fi, и должно быть нормальное соединение. Будем пробовать смотреть в записи. Пока других вариантов я предложить не могу. Итак, давайте по существу дальше. Смотрите. Первое, то, что... Мы нашли бизнесмена, которому интересно продвигать ваш, собственно, ему интересно продвигать свой Перископ. У вас есть софт, с помощью которого вы можете продвигать его. Соответственно, мы договариваемся с ним о том, что, ну, к примеру, повторяю, друзья, с самого начала есть люди, бизнесмены, назовем их так, которым интересно продвижение в Перископе. Есть мы, которые можем оказать эту услугу. Enel International, hi. Так, мы можем оказать ему этому услугу. Допустим, да, это я, допустим, тот, кто могу оказать эту услугу, и есть какой-то бизнесмен, допустим, это вы. Да, и мы можем с вами договориться, я могу продвигать ваш аккаунт, допустим, за 3000 рублей в месяц. Как это делать? Делать это просто. Есть такая программа, я о ней написал в своем блоге, вы можете посмотреть, я вам покажу в конце видео. Вы приобретаете эту программу, стоит она что-то порядка 3000 рублей в месяц, и, соответственно, после этого вы начинаете набирать себе базу бизнесменов таких, да, их можно набрать 30 аккаунтов. 30 аккаунтов можно единовременно продвигать с помощью вот этого софта. Софт называется Перископ Биз, то есть вы приобретаете программу, устанавливаете себе на компьютер, ищете вот этих 30 людей с помощью соцсетей, с помощью Инстаграма, Перископа, ну где угодно, собственно, может быть у вас есть друзья, которые в городе вашем,
Да, целевых подписчиков можно в ней набивать. Да, можно набивать. Ну, функционал достаточно широкий. Друзья, я покажу для всех, кто сейчас. Коротко прям покажу. Видно, нет вам. Так. Вот это мой блог. Если вы сейчас перейдете по ссылке в профиль, то вы его найдете. Вот. И здесь первая статья. Вот. Как продвинуть Перископ с помощью Перископ Биз. Отлично. Если вам нужно по салонам красоты, вы просто находите уже какие-то аккаунты, которые есть в Перископе по салонам красоты, все, кто вещает про здоровье, красоту и так далее, да, находите их аккаунты, добавляете их в программу, там есть такая функция «Сбор по подписчикам». Собирайте всех их подписчиков. Есть там также такая функция, как сбор по стримам. То есть вы собираете всех зрителей, их, которые их смотрят. Есть сбор по непосредственно стримам записи, которые люди смотрят, и в трансляции. То есть если вы знаете человека, который уже популярен в вашей теме, вы заходите просто на его трансляцию, видите, что сейчас вот много людей его смотрят, тут же запускаете эту программку, всех этих людей добавляете себе в базу, и потом с этой базой можно работать, можно подписаться на всех этих людей, какая-то часть ответит вам взаимностью. Так вот, друзья, собственно, статья есть на сайте. Так, ну, тысячи, не знаю, 3, 4, 5. Я вот сколько пробовал, ну, я просто не загружал ее прямо на круглосуточно. Я подписывался на 2000 человек примерно. Ну, ходило у меня часов 6, наверное, на то, чтобы подписаться. Там рассчитано время, в принципе, неплохо. И не было пока, скажем так, претензий на то, чтобы кого-то банили из-за нее. То есть время рассчитано таким. Да, функция отписки тоже есть. То есть функция подписки, отписки, есть сбор подписчиков по геолокации. То есть вы выделяете, прям там карта встроена в программу, выделяете территорию, которую вам необходимо. То есть там, ну, точка А, точка Б. И в этом квадрате она собирает всех подписчиков. Потом можно с этих подписчиков подписаться. Стоит она порядка 3000 рублей. Вот что еще вам не показал. Смотрите. В чем дело? Статья, которую я вам уже рассказал, на моем сайте здесь есть такая плюшка, как я могу вам сделать небольшой подарок, ну, скажем так, для читателей моего блога. Тут, собственно, на обложке так и написано «Подарок для читателей». Ну, так вот, собственно, вот оно, описание всей программы. Вы можете посмотреть, как она выглядит. Многие просят скриншоты, потому что не верят, что она работает или существует, или еще что-то, да. Можете посмотреть скриншоты, собственно, самой программы, описание программы, как там все работает, как все устроено и так далее и тому подобное. Я, в принципе, все довольно-таки подробно расписал. Вот, и я оставил вам ссылочку, вот здесь у меня она есть. В статье есть такой подпункт, да, как установить софт для перископа. Вот, и есть инструкция о том, как это сделать. Вот, и плюшка, которую обещал, друзья, если вы напишите комментарий к этой статье, у меня форма комментариев позволяет авторизоваться вам через ваши соцсети. Соответственно, я зайду в соцсети, с которой вы написали мне, и отправлю вам ключик. Ключик на приобретение вот этого софта. Вот я общаюсь с разработчиками, если какие-то пожелания по функционалу программы у вас будут появляться, то можете также писать здесь в комментарии, мы с ними тесно сотрудничаем, и они также будут этот материал просматривать. Ну, вот, собственно, и все. То есть суть заработка в Перископе, я думаю, вы поняли. Сначала вы приобретаете программу, набираете себе клиентов и начинаете продвигать их аккаунты. В чем вообще плюсы такого заработка? Ну, это по сути заработок на автомате. Единственное, это первоначальные вложения, да, в программу, вам необходимо ее приобрести. И еще
вам придется найти клиентов. Это вот первое время, да, такие трудности могут попасться на вашей дороге, да, произойти. То есть вы ищете клиентов и начинаете зарабатывать. То есть 30 аккаунтов можно продвигать единовременно. Соответственно, если я вот сумму 3000 в месяц, на самом деле ее ну, можно увеличить намного больше, потому что 3000 в месяц я ну, взял из головы, наверное, на самом деле такие услуги стоят дороже. Я сколько сайтов смотрел, лендингов, я думаю, в месяц они берут там порядка, может, 5-10 тысяч, я не знаю. То есть, если это 10 тысяч будет, да, 30 аккаунтов продвигать по 10 тысяч, это 300 тысяч в месяц. Вот так вот. Если какие-то вопросы у вас остаются, можете задавать. Я еще буквально 2 минуты буду в онлайне, потом буду отключаться. В моем профиле есть ссылка на мой сайт, на котором находится вот данная статья, которую я вам показал. Вы сможете зайти почитать, посмотреть, как работает программа. Там же на сайте в самом низу в подвале есть ссылка на группу ВКонтакте, и вы можете, собственно, мне написать и пообщаться, если какие-то вопросы еще у вас остались. Ладно, друзья, спасибо за внимание. С вами был Роман Чуприн, руководитель проекта «Бородатый бизнес». Я не продаю программу, друзья. У меня заключена партнерская программа с разработчиками. Я получаю процент от реализации. Я как бы не заинтересован в том, чтобы вам ее просто впихнуть. Мне бы было интересно найти тех людей, с которыми я бы мог сотрудничать, так как я сейчас активно развиваюсь в Перископе, и это в моих интересах. Ладно, друзья, до связи. Всего доброго.